Я тебя люблю. Спасибо. Я тоже. Обратная сторона. Да ладно, мы действительно должны... Ну, я всегда даю тебе выбирать фильмы. И знаешь, я давно это хотел увидеть. Ладно. Здравствуйте, 2 билета на клятву. Такая клевая. Ага. Оу, и это клево. Детка, а насколько они клевы? Очень клевые. Очень клевые. Почему сиденье туалета опущено? Кто писает через сиденье? Сколько мне это еще раз повторять? Извини. Ты помнишь, когда в последний раз открывала дверь передо мной? Вау, Андрей Аршавин переходит в Ювентус. Ну как? У тебя уже что-то подобное было. Другой цвет. Ты возьмешь ее для меня? Ну, я не знаю. Я сделаю то, о чем мы говорили. С другим парнем? Но только если возьмешь мне ее. Заверните куртку. Хорошо поработали сегодня, но нужно еще обсудить... Простите, тут у меня цветы для Дэйва. Дэйв, это я? Чувак, ты ей реально нравишься. Она потрясающая. А моя Сара никогда мне не шлет цветы. Ты в порядке? Такого со мной никогда раньше не случалось. Все нормально. Почему ты больше так на меня не смотришь? О, детка, я всегда смотрю на тебя. Когда ты отрастил усы? Я ненавижу тебя. Я хочу, чтобы тебя больше не было. Да чтоб ты пошла на бой машин монстров, и одна из них как-нибудь раздавила тебя. Знаешь, мы можем заказать еще картошки? Да, всего лишь несколько. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы все продолжалось. Я думаю, мы вдвоем еще не утратили все чувства. Я просто не могу сказать пока. И сейчас вообще тяжелое время для меня. Ох, серьезно? Ты хочешь, чтобы я так одевался? Может, вы, ребята, там потише? Я тут пытаюсь посмотреть холостяка. Чего смешного? Ну, детка! О, боже мой, ну нет, прекрати! О, спасибо еще раз за потрясающее свидание. А могу я зайти ненадолго? Нет, там мой брат, он нам все испортит. Но знаешь, ты мне очень нравишься. Даже если на одну чашечку? Но мы же знаем, к чему это все ведет, да? Да, конечно. Спасибо за понимание, ты настоящая леди. Нет проблем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Черт. Какой прекрасный день. Да. Эй. Ты помнишь это место? Конечно, помню. Первый поцелуй. Теперь я хочу, чтобы ты запомнил его по другой причине. Нихера себе. Привет. Тут странная история вышла. Я не мог найти свой телефон около часа. А его взял Джефф. Так что, если услышишь какие-то странные голосовые сообщения, то это точно был не я. Так что, перезвони мне.